Здравствуйте! Еще одно стихийное бедствие обрушилось на многим полюбившуюся Турцию. Мощные ливни с сильным градом накрыли турецкий город Адана, улицы которого превратились в бурлящие горные реки. Об этом сообщает информационное агентство Ишлаш Хабер Айджансы. Затопленными оказались бульвары, дороги и переулки в центральных районах города. Многие водители оказались заблокированы в своих автомобилях. На помощь им пришли оперативные службы. По данным журналистов, дожди не пощадили и сельскохозяйственные угодья. А пока в Адане бушевал ливень с градом, на другой турецкий город Кахраман-Мараш обрушился мощный ураган. Один человек погиб, десятки пострадали. Стихия развернулась в районе Пазарджик, провинции Кахраман-Мараш, который ранее был эпицентром одного из февральских землетрясений. Как сообщает АПА со ссылкой на местные СМИ, ураган разметал палатки, в которых временно проживали пострадавшие от землетрясения люди. По словам очевидцев, сильный ветер переворачивал автомобили и контейнерные дома, крыши домов срывало и уносило на сотни метров. На место происшествия направлены бригады скорой помощи и команды спасателей, раненые доставлены в больницы. Министр здравоохранения сообщил, что в результате урагана в Кахраман-Мараше один человек погиб, 50 получили ранения. Второй обсуждаемой новостью в Турции после бедствий является заявление об открытии нового газового месторождения. 20 апреля в 21:20 президент Турции дал старт поставкам газа в Турцию из месторождения в турецкой части акватории Черного моря. И также пообещал, что обеспечит домохозяйство страны бесплатным газом в течение года. В частности, будет предоставлено топливо для бытового потребления в объеме до 25 кубов бесплатного газа ежемесячно на протяжении одного года. Его стоимость будет покрыта за счет государства. Много это или мало? Обычная газовая плита расходует от 5 до 40 кубов в месяц в зависимости от модели плиты и интенсивности использования. Это были все новости на данный момент. А чтобы узнавать больше новостей о Турции, вы можете подписаться на наш канал. Также вы можете поставить лайк и написать комментарий, чтобы помочь нам в развитии канала. До новых встреч!